Также поединок мужчины и женщины прошел на турнире в Германии. Еще один спорный бой. Парень или поддавался, или был менее опытным. Но в отличие от предыдущих бойцов, он иногда хорошо заряжал девушки. Соперница по итогу всего боя имела преимущество во всех аспектах. И в конце смогла выполнить гильотину в стойке и победить женского пола. И если вам понравится это видео, мы найдем...
think I'm gonna faint. Oh. もう国に負けてないですね。もうちょっと攻めてやりますね。